И в нашей лотерее победил Эндрю. Он получит чек на 10 тысяч долларов. Я победитель. Папочка выиграл целую кучу денег. Папочка! Что? Пони! Машина! Замок принцессы! Конечно, дорогие. Папа учел все ваши пожелания и купил нам трейлер. Это не замок. Малышка, не плачь. Подожди. Я так хотела замок. Вы только посмотрите на наши призы. И наш суперприз. Бензопила из фильма «Пила 4». А также наши утешительные призы. Ну все, мы его потеряли. О, смотри, Сьюзи. Малышка выронила свою мечту. Есть идея, Грегори. Давай построим замок из этого трейлера. Он не такой уже плохой. Ну, почти. Давай. Убирайся веселее вместе. О, какой ты скучный, Грегори. Фух, ненавижу убирать чужой мусор. Вы кто такие? Я вас не звал, идите отсюда! Мы все убрали. Прощай, мусор. Это мои вещи. Папочка будет нами гордиться. Зачем вот так? Мои богатства! Варвары! Но я верну все, как было. Мой любименький мусор. Мы навсегда с тобой вместе. А-ля-ля, мусор, это моя семья. Ну какая красота! И великолепную аудиосистему выигрывает Эндрю! Удочка спиннинг, звуковая система для сна, электронная железная дорога. Эндрю! О да, мне везет! Папочка? Бесполезно. Идем, Грег. Что из этого нам нужно? Возьмем все. Вау, я нашел джекпот. Сейчас достану. Но уже придется попотеть. Это тяжело. Ну что ты там возишься, Грег? Встань. Есть путь намного проще. Давай, доставай этот ящик быстрее. Идем, мы все взяли. О, завоеватели идут. Что? Опять столько мусора? Мы же только что все здесь убрали. Окей, придется снова все нести в мусорку. И не забудь вот этот пакет. Ого, какой тяжелый. Мы что, выбрасываем гантели? Что вы себе позволяете? Последний мешок. Покойся с миром. Смотри, Грег, я нашла прекрасную дверь для нашего будущего замка. Кто там? Нам обязательно нужна горка, которая есть только у папы. Сейчас я его наберу. Пап, привет, нам нужна горка. Ну, разве что это видео наберет 50 тысяч лайков. Ребята, мне нужна ваша помощь. Давайте наберем 50 тысяч лайков. Изверги, хорошо, что я прошел курсы выживания в мусорном баке. Пора вернуться домой. Что? Это дверь? В этом трейлере отродясь не было двери. Вот и наш план будущего домика. Идем застроим материалами. Вот, теперь мы словно настоящие строители. Офигенски, погнали! Ты убери мусор подальше, а я избавлюсь от этого старого покрытия. Помоги, Грег. Вместе, тяни! Ура, получилось! Еще разочек. Берегись, Грег, двойной удар! Упс, прости, не рассчитала силу. Сьюзи? Сьюзи, ты где? Я здесь. Теперь ты прячешься. Не время для игр, сестренка. У нас еще много работы. Какая балка мне нужна? Ну, допустим, вот это.
Я прикручу ее, братишка. Отлично. Ой, сейчас будет много искр. Стой! Сначала нужно все правильно измерить. Вот теперь можешь пилить, Сюзи. Окей, сейчас будет горячо. А, полегче. Теперь здесь нужны ножницы. Упс, не эти, а серьезные ножницы. А вот и жестяной лист для наших будущих стенок. Давай его прикрепим. Спорим, я сделаю это быстрее? Спорим, я готов к победе. Что? Я слежу за тобой. Я резкий, как этот саморез. Посмотри, Сюзи. Что? Ты прикрутил себя к домику? Попался, братик. А кто тут боится щекотки? Ну, прекрати, Сюзи, хватит. Сюзи! Сюзи, выпусти меня. Ничего не слышу. Сама напросилась. Сколько искр? Прекрати! Окей, я больше не буду так шутить, обещаю. Помиримся. Окей, ты лучший брат. Прикрепим эти уголки к нашему домику. О да, идеально. Но нам нужно доделать верхний этаж. Есть идея. Давай, Грег, выбивай его. Я суперсильный. Молодец, Грег. Офицер, я говорю вам, они украли мой трейлер. Смотрите. Что? Это совсем не похоже на твой дырявый трейлер. Ложный вызов. И правда, уже не похоже. Что же вы сделали с моим домом, варвары? Оу, землетрясение. Оп, славлю. Ты в порядке? Грегори? Оу! Ты кто такой? Кто я такой? Кто вы такие? Я истинный хозяин этого трейлера. Видите? Мы с ним через многое прошли вместе. Нет, нет, нет. Наш папа выиграл этот трейлер. Перелистни. А наша младшая сестренка мечтала о своем замке. Следующее. И сейчас мы перестраиваем трейлер. В замок ее мечты на колесах. Все понятно? Но это мой трейлер. Я так легко не сдамся. А за 5 баксов? За пятерку? Серьезно? Чтобы я отдал свое сокровище? А если еще двоечку? Окей, это другое дело. Кстати, я еще умею ремонтировать крыши всего за $2.41. Вам нужен специалист? Окей, ты нанят. Больше ни слова. Я нашел отличный материал для крыши. Он идеально подойдет. За работу. Отлично. Теперь нужно поднять эту заготовку наверх. Я... Окей. Все хорошо, Грег. Ты же боишься высоты. Все под контролем. О, монетка. Ух ты, целый 1 цент. Упс, прости, Грег. На что смотрим, ребята? Повезло, что трава была мягкой. Фу, какой интерьер. Классно, правда? Ничего лишнего. Нет, это совсем не подходит для нашей сестры. О, да, ужасно, вы правы. Мы здесь все поменяем. Перекрасим все. Подождите, ребята. Напоминаю, что я профессиональный маляр. И у меня есть креативная идея. Набираем краску в шприц. И наполняем воздушный шарик. Откуда у него шарик? Хорошо, что я никогда не выбрасываю старые вещи. А теперь куда он делся? Я тут. Смотрите, бросаем шарик в стену. Вау, это так круто. Вот бы все желания исполнялись так же легко. Сердечко. Эй, Грег, воображение работает, смотри. Вау, отличный пушистый ковер. Застелим пол.
Дай 5! Вау! Озарение! У меня появилась идея! Нарисую лепесток. И сделаю из светильника цветок. Вау, получилось идеально! Это Дейзи из Poppy Playtime. Серьезно? Нет, ее зовут Дейли. Ты шутишь, ее зовут Дейзи. Давайте докажем этому умнику, что он не прав. Напишите правильное имя в комментариях. Так, все, хватит, давай продолжим работать. Смотри, у меня даже получилась ровная полочка. Ребята! Простите, смотрите, что у меня есть. Нежные шторки для принцессы. Добавим милые детали. Ра! Ты что, Хаги? Укладывайся в мягкую кучку игрушек. Добавим лампочек. Вау, здесь стало намного уютнее. О, я тоже кое-что могу. Хорошо, что я не выбросил старую шину. Из нее получится кое-что розовое. Фу, чем это так воняет? Опять ты принес какую-то рухлядь, Деннис. Это не рухлядь, а милый столик. Смотрите сами. Шина, столешница и чайный сервиз. Вау, отлично. Угощайся чаем, Деннис. Твой столик просто чудесен. Ой, кажется, дождь начинается. Повезло, что с вами профессионал-кровельщик. Теперь в нашем замке есть водосточная труба. И никакой дождь нам не страшен. Чего встали? И чем нам ее красить? О, идея. Грегори, смотри, что есть у папы. Он все равно не заметит. Удочка. И валик. Подвесь ведро с краской, а я буду красить. Подай мне краску, Грегори. Еще выше. Отлично. Грег, что ты там делаешь? Эй, я тебе не труба. Прости, Деннис. Цветы на подоконнике – прекрасная идея. Ну все, время отдохнуть. Мой мягкий картон. Бездомный бедняжка. Грег, чего стоишь? Неси папин надувной матрас. Деннис, мы позаботимся о тебе. Вот я принес. Так чего ты ждешь? Надувай его скорее. Ау, что это ты притащил? Я просила надувной матрас, а не бассейн. Хотя, это даже подойдет. Тоже кажется отличного бассейна у дома. Будем нырять и купаться. Вау, у вас есть бассейн? О нет, снова дождь. Бассейн отменяется. Эй, чего вы расстроились? Это же бесплатная вода для бассейна. Сейчас я покажу вам водопроводный лайфхак. Просто нужно подвести трубу с дождевой водой к бассейну. Вау, все гениальное просто. Я придумал. Можно нырнуть прямо в бассейн. Нет, Грег, что ты делаешь? Зачем прыгать бомбочкой, если у нашего домика есть встроенная автоматическая горка? Умник. Иди переоденься, пока ты не простыл. И тебе тоже не мешает переодеться, Деннис. Эти дырки никуда не годятся. Пап, я возьму этот костюм. Отлично. Это же не для меня. А папа все равно ничего не заметит. Лови костюм, Деннис. О, вот так ты выглядишь намного лучше. Тебе очень идет. Кажется, наш домик готов. У нас все получилось, ребята. Мы проделали отличную работу. Как красиво. Пора звать сестренку. Сестренка, у нас есть сюрприз для тебя. Идем скорее. А вот и он. Но это не похоже на замок. Я же говорила, нужно было строить по моему плану. Это намного лучше замка. Вау! Настоящий домик принцессы на колесах. Сколько здесь игрушек. Мои игрушки спят. Настоящая горка в бассейн. Что случилось?
случилось. О, нет! Мы поехали! Удачи, ребята! Смотрите, я нашел руль, но кажется, он бесполезен. Оу, бедняги! О, мои удобные вещи! А это что? Странная визитка. Где я? Держи новую форму. Для меня? Вау, новая одежда? Бесплатно? О, спасибо большое, какая щедрость. Какой кошмар. Что вы себе позволяете? Я это не надену. Это прошлый сезон. А может, это платье? Вы с ума сошли? Это синтетика. А как насчет этого наряда? О, да, мне нравится. Стильно и модно. Подайте теперь мою униформу. Эй, униформа для дворецкого. Ладно, понял я сам. Посмотрите в камеру, улыбнитесь. Спасибо. Нигде ни пылинки. Посмотрите в камеру, улыбнитесь. Дворецкий, мне не нравятся снимки. Сделай что-нибудь. Улыбочку. Посмотрите в камеру. Прекрасно. Вы идеальная модель. Фото для обложки Vogue. Подождите. Вот я подготовила костюмы. О, отличная фотосессия. Какая прелесть. Выложу это в свой Instagram. Мы все тут прекрасно получились. А? Камера? Класс. Возьму себе, пока никто не видит. Что? Охрана! 218-й стащил камеру. Непорядок. Так разберитесь. Что это у тебя? Камера? Отдай ее мне. Прошу прощения. Мне ее некуда деть. Ладно, подержи пока. И не поломай. Новое задание – перетягивание каната. Фу, я к этому не прикоснусь. Я не хочу и не буду. Ну что за игроки пошли? Боишься проиграть, лузер? Кто лузер? Сам лузер. Сейчас я вам всем покажу. Дайте мне канат. Сейчас? Уже можно тянуть? Миледи? Эй, поаккуратнее. Вы оба проиграли. Пересмотрите результат. Окей. Вы оба остаетесь в игре. И а? Это моя спальня? Как грустно. Что? Здесь нужна уборка. Фу. Эй, слуги в красном, поменяйте здесь все. Это, конечно, не отель Плаза, но сойдет. О, это наша комната. Здесь даже есть крыша. Какая удача. О, какой мягкий и удобный ковер. Я чувствую себя миллионером. Подъем. Ты чего спишь на полу? Ложись на кровать. Кровать? Не шути, я не спал на кровати 10 лет. Ложись на кровать, она твоя. Моя? Точно? Ну, хорошо. Так вот ты какой матрас. Нет, здесь слишком мягко. Лучше все же на полу. Картоночка. Ну вот, теперь я чувствую себя как дома. О, какая вкусняшка. Я проголодался. Я только попробую кусочек. Ауч, святые Ротшильды, оно золотое. Ты должна мне зуб, Сьюзи. Здесь есть выход, посмотрим. Это вентиляция. О, нашел монетку. А тут у нас кто? Ты уволена, старая кукла. Иди на свалку. Теперь я здесь главная. Ну уж нет, ползем дальше. О, свалка, я снова дома.
А это что? Еще одна визитка? О, нет. Опять все сначала. Окей. Ваш обед? Яйцо и вода. Спасибо. Вода и яйцо. Что это такое? Я не буду это есть. Заберите еду бедняков. Наглые участники и привереды. Официант? Кофе, пожалуйста. Избалованные игроки. Не волнуйтесь. Я сейчас все приготовлю. Посмотрим, что сегодня в меню. Ля вареное яйцо и ля простую воду. Пожалуйста. Отличный выбор, миледи. Это очень изысканное блюдо. Благодарю. Для чего это? У меня есть лоб. Вкуснятинка. Фу, этот грязнуля испортил мне весь аппетит. Подайте бездомному на пропитание. Вот твое новое задание. О, наконец-то задание, в котором надо кушать. Сахарные соты. Под этой печенье лучше всего подавать Дон Кальмарон урожая 85-го сезона. Молодец, Денис. Ты справился с заданием. Отдавай печенье. Нет, спасибо. Отдавай сюда фигурку. Не отдам. Я хочу ее съесть. У меня не получается. Красный слуга. Сделай с этим что-нибудь. Я решу этот вопрос. Держу. Есть. Вот это печенье вырезать намного легче. Дворецкий, займись этим проектом. Слушаюсь, миледи. У меня есть идея. Голодный бездомный, это твой звездный час. Вау, произведение углеводного искусства. Ешь. Готово. Спасибо вам, ребята. Это было прекрасно. Добро пожаловать, VIP-гости. Рад быть здесь, ребятки. Добрый вечер. Отличная игра. Вот и наши игроки. Мия, дорогая. Привет, подружка. Сюзи, моя птичка. 100 лет не виделись. Ну, как ты поживаешь? Коллега. О, дворецкий Фил. Выпьем кофе за нашу встречу. У нас тяжелая работа. Ох уж эти девчонки. Мне их не понять. Денис, мой друг, это я. А, дорогой, 100 лет не виделись. Что ты тут делаешь? Я, как всегда, работал в поте лица, и тут нашел вот эту маску. И визитку. И вот, я здесь. А это еще кто? Тебя не должно здесь быть. Пошел вон отсюда. Камень, ножницы, бумага. О, да, я выиграл. У тебя все камни, миллионерша. Ты проиграла, Сьюзи. Идем со мной. Не совсем. Смотрите, это бабушкины бриллианты. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что ж, камней поровну. У вас ничья. Поздравляю. Я все пропустил. И снова спать. Тише едешь, дальше будешь. 1, 2. О, монетки. Я не могу их упустить. 1, 2, 3. Упс, горячо. Все любят маршмеллоу. Эти нищие игроки такие потешные. Поехали дальше, дворецкий. А где раздают столько денег? Пришло время объявить победителя этой игры. Что? Это уже слишком. Я увольняюсь. И кто победитель? Выигрывает... Сьюзи! О, да-да-да! Как я рад! Поздравляю! Вот ваш приз. А? Что? И это все? Да я в день трачу больше на шопинг. Какой позор! И это весь ваш приз? Не кричи. Вот мы еще вручаем тебе грамоту. О, и кто здесь победитель игры в кальмара? Это я. О, мне так жалко этого нищего беднягу.
Я отдаю весь выигрыш ему. Это мне? А? Столько денег? Я теперь богат. Спасибо. Это так щедро с твоей стороны, Сюзи. О, не бойся. Все деньги теперь твои. А нам всем нужен хороший отпуск после этой тяжелой игры. Ведь главное не сколько у тебя денег, а где и с кем ты их тратишь.